Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущие Екатерина Остапьев и Валерия Ложкина. Валерия – победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна». Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим ей сладкий подарок от партнера детской странички – компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет». Сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей» и подарок от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 15 человек. Между ними разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет». Итак, первым победителем на сегодня становится... Наталья Сметанина. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 21 человек. И обладателем сладкого подарка от грузоперевозок «Муравей» становится Анна Резникова. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 16 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». Итак, последним победителем на сегодня становится Татьяна Фокина. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». Спасибо за сладкий подарок «Волне» и компании «Альфа-Окна». А мы с Лерочкой прощаемся с вами. До свидания. Увидимся ровно через неделю.